В Омской области начали строительство физиотерапевтического корпуса хосписа для детей в селе Подгородка. Состоялась закладка первого кирпича в основании здания. Здесь будет бассейн, зал лечебной физкультуры, а также прощальная комната. Для родственников маленьких пациентов хосписа построят социальную гостиницу, где можно остаться на ночлег бесплатно. Физиотерапевтический корпус будет соединен с административным зданием, отапливаемым переходом. Что скрывать, если сегодня ребенок паллиативный, ну, как правило, они находятся дома. И те условия ухода за ребенком, они не соответствуют никаким нормам и требованиям. Это в большинстве случаев. Это в 99 случаях из 100 это так. Поэтому, пребывая здесь членом семьи с больным ребенком, мы хотим их еще и обучить современным методикам, технологиям, ну, каким-то требованиям, порядкам обслуживания, ухода за этим ребенком. Сейчас в Омской области более 300 неизлечимо больных детей. Если вы готовы внести свой вклад в строительство хосписа, вы можете отправить смс на номер 3434 с текстом «Радуга» и цифрой «Сколько вы готовы пожертвовать?». Деньги спишутся со счета мобильного телефона.